Хей, окей, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названием After Dead. Окей, так, кнопочки вспоминаем, все вспомнил. Ага. А так им нужно нихера себе как много. Ну именно активки, красный. Пфф, они слабы. Окей, давайте тогда отправимся, куда я могу сейчас. Я могу, по сути, сюда отправиться, но не знаю, что там снизу. И плюс мне нужно не сюда, а... Ну, сюда. Ой, подождите, а мне не легче тогда отсюда спуститься, где я сейчас нахожусь? Я думаю, мне легче спуститься, где я сейчас нахожусь. А, видите, а так он то, типа, с двух убивает. Так, а давайте хотя бы вспомним, а смогу ли я туда пройти. Найс. Найс. Отлично. Отлично. Забываем, на какие кнопочки у нас. А, чтобы я серьезно не в тупик не шел. Правильно иду, да? Или я высоко пошел? Ладно, давайте сначала снизу попробуем. Куда вот сейчас иду? Если не получится, придется тогда телепорт пойти туда. В другую сторону. Стороны зимы. Зараза. Вот эти убиваются с двух раз. Ай. Их типа много, и можно на них хорошо хп регенить. Я хочу больше хила. Так, и здесь я сейчас отхилюсь. Ну как раз сохранюсь, если вдруг сдохну. Чтобы не с полкарты бежать. А только одну треть. Так, ускориться нужно как-то. Да? Фастиком. А, круто. Ладно, хоть отхил взял. Пока знаешь, что мне интересно, а если я заморожу это все дело? Ладно. Походу нет. А, вот почему я сюда не смог пойти, я понял. Сюрикены. Ох ты шерма. Ладно, я понял твою атаку. Значит, еще где-то один такой же типчик. Чисто такой же. Ну, в принципе, видите, здесь нужно смотреть теперь за костями. Да ёлки-палки. Что за херь? Я не могу заморозить. О, заморозил. Так, а куда мне хотя бы идти? Вопрос. Так, оса, хорошо. Ну, я куда-то иду. А вот куда?
А, то есть, видите, коса только реагирует, когда я стою именно на земле. А именно так она не атакует. Мой сюрикен. Хорошо. Два удара. Ой! Я понял, где ты. Мне не коса нужна, мне отхил нужен. Мне нужен отхил. Мне хотя бы знать, куда я должен идти примерно. Спрыгни ты. Все равно немного непривычно. Все равно. Непривычно. Раз. Так, здесь мне, походу, двойной прыжок нужен. А с этой стороны у нас что? А, либо я с этой могу зайти, хорошо. Can you hear us? Mabel. Mabel. Ellen can tell us. Короче, снова какая-то душа, которую мы нашли. Окей. Окей, окей, так я водичку не взял. Куда я хотя бы иду? Просто мы куда-то... Ага. Так, кстати, а с той стороны у меня что? Что, не могу туда забраться? Походу нет. Так, хорошо, у нас, значит, там есть сверху проход. Еще и наверху проход я пропустил. И еще с левой стороны. Но я, походу, иду к боссу. Мне кажется, знаю какой-то босс. Вот теперь, ребят, называется жесткие раунды, как помните, я вам сказал, что теперь боссы будут не хухры-мухры. Теперь боссы будут не хухры-мухры. А, жопа боль. А теперь враги будут жопа боль. Куда я иду? Зачем я иду? Кто его знает? Просто куда-то иду. Сюрген. Хорошо. Ой. Я понял, понял, понял. Потом сюда зайдем. А, то есть, я понял, хорошо. Уев, хил. Ладно, отхил, нашелся. Вы быстрее энергии. Так, ворота к боссу. Так, мне нужен огонь.
Сука. А так не залезть, да? Сейчас, ладно. А я по-другому не видел, как залезть. Так, я урон получаю. И тут я получаю урон. Классно. Классно. Можно не так сложно. За что так сложно? Очень сложно. Я куда-то иду, там спусков столько я уже пропустил. Это манать. А здесь я хотя бы иду, куда мне нужно. Так. Опа, сохранялка. Айс, круто. А знаете, что это? А это мне нужно убить. Вот что это. А, ну да. Ну, я, в принципе, так и знал, что там будет. Угу. GG. GG. А теперь возвращаться. А что по ХП? А ХП у нас мало. Тогда вниз. Вниз и лед. А это... Как они меня бесят. Куда мне идти? Так дальше, да? Дальше куда-то туда. Так, ладно, нужно ХП экономить. Я понимаю, что у меня их много ХП. Ну все же. Все же. Так, а теперь можно разгуляться. Идем вниз. Угу. Хорошо. Так, здесь еще одна стена. Ага, телепорт. Не хочу рисковать. Нафиг надо вот это рисковать. Потом, как я говорю вам, все заново вот это идти. Лучше сохраниться. Лучше сохраниться. Да, мне кажется, мы уже к боссу идем какому-то. Если это тот босс, о котором я думаю, тогда это будет немного сложно. Давайте в ту сторону. Ладно, в эту дальше пойдем.
Хорошо. Ну это мне паутина нужна. Значит, мне нужно все-таки убить того, кто мне даст способность лазить по паутине. Ай. Ай. И только после я смогу, походу, пойти туда, куда мне надо. Короче, это когти нужно ломать, потому что они заново потом вырастут. Вырастают, растут. А, подождите, а так у меня тоже, да, так несколько проходов? Ну-ка. А, нету прохода. Готово. Так, а босс, подожди. А чё сразу босс? Да босс еще рано. А с той стороны что у нас? Типа что, серьезно, хилки нету? Тогда хилка наверху была. Сука. Странный огонь. Странный огонек. Здесь что-то другое. Здесь карта. Здесь у нас карта с вами. А смотрите, такая хп. Ну там это, сохранялка была с той стороны, оказывается. А, так я могу на нее залазить еще. Неожиданно. Тогда я там сохранюсь просто, да и все. Только осталось найти, где это. Все, найс. Так, у нас с вами сюрикены есть. Ладно, поехали. Да это херня. Она очень домашняя и очень сложная. Вот, все, минус сердце. Блин, видите, он типа едет туда, где я последний раз был. Сука. Это еще он легко меня бьет. Ой, ё-моё. Thank you.
А, все, все. Они. Я просто прыгнул на его. Вот, вот этот вот босс меня единственный, кто раздражал. Ну, вы, я думаю, теперь поняли, да, почему? Чисто из-за его вот этой способности передвигаться за мной. Хорошо. Еще второй вариант. Можно типа получать урон от него. Ой, тихо, побежали. Хорошо, отлично. Нет, нет. Тихо, тихо, тихо. Успел. Ну а так ему нужно было один удар всего лишь. Ух, так мне пронесло еще. А, мне обратно не вернуться, ладно. Нихера тут хилок. Ну вы видите, да? Типа они хп вообще не жалеют. Так, if you meet the skeleton again, you will find your way to make him open the portal. Так, ты открыл мой портал, теперь ты типа используешь свои скелетные вот эти, короче, ребра, бла-бла-бла. I good speaker will you listen to me. Это, короче, последний апгрейд, типа для тебя что-то. Либо типа того. Так, пойди. Jump on the spider nest. Да, есть. Теперь во время Человека-паука я могу... Что? Лазить. Нет, я еще, значит, не до конца могу. Я могу только... Ну ладно. Теперь мы, в принципе, знаем, куда можно с ним пойти. Много куда? Теперь мы можем пойти много куда. Почему я лазю? А,
тащи, ё-моё. Дальше так, а ну-ка. Блин, значит, еще есть апгрейд. В смысле? Что за бред? Спайдер. Я понял, спайдер типа для моего этого. Ладно, делаем так. Так, значит, я еще так сильно никуда не могу зайти. Ладно. Придумаем. Придумаем. Мне нужен, во-первых, портал. Здесь, видите, закрыто, значит, я сюда еще вернусь. Но враги уже все, меня на один удар. Так, мне нужен портал. Мне нужен портал. Сейчас заюзаем портал, тпхнемся в другую локацию. А вот куда? А куда? А, мне нужно к пиратам. Да? И там еще есть куда пойти. А ну-ка. Давайте я дальше пойду, схожу. Я ж могу туда пойти. Могу. Так, а я же сохранился, надеюсь. А кто вот его знает? Ну, короче, если что, с врага выбью. Так, кстати, а как мне наверх залезть? Хорошо. В ту сторону. Почему я туда не смог пойти? Там двойной прыжок, да, был? Или нет? Почему я туда не пошел? А, вот почему. Так, тогда замораживаем. Все дело размораживается. Я подумал, зависло. Я уже подумал, найс. Ладно. Так, так, так. Либо поверху можно пойти. Я за то, чтобы поверху пойти. Только что мне это даст? Ага. Ну правильно, что оно мне даст? А что мне это даст? Круто. Не врублюсь. Чуть не врублюсь. Ладно, я только и туда полощу часть заморозил. Ну все. Ну, в принципе, все. О, там это энергия. Ты наконец-то пришел. Да, я наконец-то пришел. Плюс еще быстрее будет все работать. Так, двигаемся к ближайшему отхилу. И как раз там телепорт. Давайте к телепорту.
сразу к телепорту пойдем. Окей. Ускорим наше все равно передвижение. Ускорим наше все равно передвижение. Так, вниз. Вниз, 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 вниз. Так, телепорт. Все, давайте, короче, я думаю. А хотя, дойдем до сохранки. И на этом закончу, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.